Мама, мы приехали туда, и я все время плакал, что вас бросил. А мы выехали. Первые 5 дней была задача просто выжить. У Александры Самсоновны тогда разрывалось на части сердце. Ей трудно описать всю ту боль, что тогда чувствовала. Одного сына семьей отправила на эвакуацию, а с другим осталась дома. Каждый вечер ложишься и думаешь, что тебя с утра ждет. И с утра просыпаешься, и уже устаешь. Каждый день тянулся как вечность. В те моменты женщина думала только об одном – как уберечь сына. Мне за него было страшно. За себя я не думала. Я думала только за него. Мне уже было все равно. Поэтому, когда в дом врывались русские освободители, женщина первая встречала непрошенных гостей и пыталась заговорить им зубы. Я им говорю, зачем эта война? У меня сестра в России прожила 53 года и умерла там. А они молчат в ответ и ничего не говорят. У меня тетка жила в Хабаровске. Потому как я спрашивала, вы откуда? Один с Хабаровска, другой с Владивостока. Говорю, родня. Были родней, а теперь стали врагами. Но все эти сентименты о родственных связях на оккупантов особо не влияли. Вояки с Востока продолжали запугивать мирное население. Мол, если украинские военные не сложат оружие, мы вас всех уничтожим. Ну, а что они говорили? Там в Белоруссии такое оружие стоит, что как начнет, то тут сметет все. Ну, а пока сметали все со столов простых украинцев. У вас мобильный телефон есть? Есть. Забрали. Ну, а потом во второй раз пришло 6 человек и забрали машину. Женщина со слезами на глазах наблюдала, как все, что нажито непосильным трудом, россияне стягивали на свои боевые машины. Тогда, чтобы сохранить хоть что-то, пенсионерка с сыном пошли на хитрость. «Я привязал вот так немного, и сидишь в погребе, там внутри, и они его за подвал не дергали потому, как боялись, что там растяжка стоит». «Выжили и радуемся», — говорит пенсионерка. «Теперь мечтает и молится только об одном, чтобы наши военные как можно быстрее выгнали с украинской земли кровавых, вороватых освободителей».